Шоу «Песчаная сказка» – настоящий тематический спектакль с сюжетом. В центре событий веселый клоун, который по волшебству лампы Аладдина неожиданно для себя попадает в сказку. Все, что видят гости цирка – это мир глазами главного героя. Все детали представления создатели продумали до мелочей. Дизайнерские костюмы, эксклюзивные тематические декорации, удивительные животные, юмор, музыка и чудеса. Королевский цирк Гии Радзе удивляет взрослых и детей. Конечно, само представление невероятное. Даже дочка вот 3 года, и она сидит с открытым ртом, как бы не просится никуда, ни домой, ничего. Очень замечательно. Мне очень понравилось это классное представление. Самое лучшее. Животные детям, наверное, интересно, но акробаты я просто тащусь. Мне все понравились животные. Я жду, пока бегемоты будут. Там бегемоты будут. Мне понравился с лошадями и собаками, и гимнасты. Очень понравилась программа, очень все красиво. Ну, в стиле шоу, очень интересно, празднично, ну, необычно. Прекрасно. И костюмы, и озвучка, и артисты, и зверушки. В общем, ну, потрясающе, просто потрясающе, конечно, красиво. Ну, цирк Гии Радзе, он вообще сам по себе бесподобный. Он много лет назад приезжал, я уже ходила, я до сих пор в восторге. Все очень красиво, шикарные костюмы, бесподобно, просто великолепно. Это даже больше не цирк, это какой-то театр уже, то есть два в одном, скажем так. Титулованные артисты Росгосцирка и создатели шоу «Песчаная сказка» рады успешной премьере. Доказательство тому – реакция публики. Я доволен. Вот если спросить меня лично, как прошла премьера, я доволен. Доволен, потому что самое главное, я вижу реакцию публики. Зрителей никогда невозможно обмануть. И вы сами видели, как они хлопали, как они реагировали. И я очень рад, что вот так приняли наш новый проект «Песчаная сказка» здесь, во Владивостоке. С первого взгляда зрители покоряют сложные цирковые номера, многие из которых выполнены без страховки. Все костюмы разрабатывались и шились именитыми дизайнерами специально для нового шоу. Все расшито стразами Сваровски. Все гости, независимо от возраста, также отмечают выступление бегемотов, что само по себе является уникальным в цирковых представлениях. «Песчаная сказка» Гии Радзе – это неповторимый праздник и веселье для всей семьи. Погрузиться в атмосферу Востока вместе с артистами шоу Гии Радзе «Песчаная сказка», окунуться в его загадочный колорит и насладиться первоклассным цирковым искусством гости и жители Приморья смогут каждые выходные. Яна Якубич, Настасья Лихман, новости на Восьмом.